И вот мы снова в монастыре Полинь. Мы добежали за 32 минуты с вершины до сюда, вместо заявленных 45, вот, и добрались до еды. Набрали просто немеренную кучу еды. Справа у нас лапша, слева какие-то вегетарианские штуки из пшеницы и еще там чего-то. То есть вот это все слева, это все как бы растительного происхождения. И сверху у нас три пироженки с сезамом, из гринбина, зеленого гороха, и вот квадратные формы параллели пипеда. Это что-то из зеленого чая, какая-то пироженка. Вот, я не знаю, как мы это все съедим, будем пытаться. $55 гонконгских мы на это дело потратили, но надо себя побаловать все-таки. Я считаю. И смотрите, какие у них классные деньги. Мне просто очень нравится, на самом деле, дизайн. То есть, как бы, наши олимпийские купюры, они как бы, ну, не сказать, что прямо сильно хуже, да, но вот, посмотрите, ну, по-моему, сейчас супер, да, вот десятка новая. С прозрачной штукой такой, да. С какой стороны ни глянь, красота. Вот, такие вот у них сказочные, можно сказать, супер дизайнерские деньги. Мы сейчас будем кушать. Если не забуду, в следующем каком-нибудь выпуске, уже ближе к аэропорту, поделюсь впечатлениями о еде. Пока.